Что случилось? Ничего не случилось. Так. Я просто расстроилась и все. Все у меня хорошо. Медицинской помощи нуждаешься? Нет. Так что произошло? Ничего не случилось. Я расстроилась и сюда въехала, Анна, потому Николай. Что меня сюда пригласили приехать. Анна Николаевна, и все. Анна Николаевна, давайте договоримся так. Что вы хотели сказать? Договориться давайте. О чем? Мы договариваемся о том, что вы ведете себя спокойно. Я себя спокойно веду. Иначе и вы будете что? Сидеть смысл? В наручниках в машине полицейской. Берите уже. Оденьте наручники. Оденьте наручники. Оденьте, пожалуйста, наручники. Я вас прошу. Оденьте наручники. Я вас прошу. Боже, это ваша дочка. Попробуйте ее успокоить. Я вас прошу. Я знаю, что я не успокою. Я не могу. Ира, придержи, пожалуйста. Жми, пожалуйста, кушай. Обхватывайте трубочку, которую снимаете. Трубочку губами обхватывайте, вот так. И дуете секунды 3-4 средним темпом. Как воздушный шарик. 4 насчитал. Нет, надо дуть, а не втягивать. Выдувать воздух, выдувать. А от себя, вот так смотри. Если бы было, я бы выдувала. Что было? Как воздушный шарик, да. Набирайте. На метро пива раз в год. Вот. Наберите, вот давайте еще разочек. Вот. Еще. Нет, точно так же, только более продолжительно. Чуть дольше. Нет, более продолжительно усвоится в организме, ничего. Еще. Нет, надо одним заходом, не надо. Хорошо, сейчас. Просто наберите легкие, в легкие воздух, да, дуйте секунды 3. Не дышать, чтобы задохнуться. Нет, дуть. Еще дуйте, еще. Да, ставь. Как вас зовут? Аня. Да. Что ты утром такие пилачи? Доброе утро. 1:48. Это означает то, что вы... Да. 1:48.